Нуждались в деньгах и взялись за воровство. Так объяснили свои преступления правоохранителям двое подростков 13 и 16 лет. Полиция задержала их по подозрению во взломе нескольких автомобилей в столичном секторе Чеканы. Вину юноши признали. На автомобиле сейчас врат. Мешлаши банкари, кардури. Кубани, сустрашу. Другой подросток уточнил, что обокрасть они сообщникам успели более десятка автомобилей. Следствие оценивает ущерб примерно в 30 тысяч леев. Полиция открыла 2 уголовных дела за кражу и составила 14 административных протоколов за умышленное повреждение чужого имущества. На время следствия подростки находятся на свободе. Им грозит до 67,5 тысяч леев штрафа, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы. Проблемы с законом у обоих были и раньше.